Привет, друзья! Сегодня хочу вам снять видео, в котором хочу рассказать за каменную вату, сравнение каменной ваты и минеральной ваты. У меня мансардный этаж, я вот сейчас занимаюсь разборкой утеплителя, потому что была неправильно уложена пароизоляция. Я сейчас все срываю, потому что конденсат пропитался через минеральную вату и намок весь утеплитель, поэтому сейчас я его разбираю. Вот моя пароизоляция, которую я только что сорвал. Вот каменная вата, вот вата, стекловата, можно сказать. Белая — это Урса Пурван, это Урса Стандарт коричневая, точнее Урса Терра, вот она. Хочу показать вам, что остается после того, как я снял каменную вату и снял стекловату. Я вообще не могу сказать, что у нее осталась какая-то форма, я ее просто тупо взять не могу, она вся разваливается по кускам. Я вот хочу кусочек взять, вот он, остается у меня в руках. Я вообще не знаю, это каменная вата фирмы Технониколь, по-моему, я ее брал. Вот спустя полгода я ее, когда устанавливал, я еле-еле смог ее уложить между стропилами, она вся просто разваливалась и летела столько с нее всякой гадости, что просто невозможно было с ней работать. Поэтому я первый слой уложил каменной ваты, второй, третий решил стекловаты. Как-то решил такой пирог сделать, что думаю, мало ли, может, какой-то утеплитель не сработает, другой подстрахует. И вот хочу показать вам, как стекловата себя ведет после снятия. Смотрите, я ее могу поднять, она у меня не разваливается, остается в руках, не остается в руках. Очень крепкая и нормальная вата. Ну вот, кусочки есть, но это когда я срывал, там мне по неосторожности они у меня оторвались. Но если взять, допустим, если взять рукой, вот весь лист, я его держу, весь лист в руке у меня остается. С нее не сыпется ничего. С ней намного удобнее работать. И по теплоизоляции, ну не знаю, не могу, конечно, сравнить, потому что я сделал несколько слоев. Но мой вам совет: не берите каменную вату, либо берите какой-нибудь нормальной фирмы. Возможно, я продешевил, что взял такую дешевую. Но это не утеплитель. Это не утеплитель, который, вот, я его не могу. Вот, все. Все, что с него остается. Что это такое? Это какая-то фигня, а не утеплитель. Поэтому выбирайте лучше, не знаю, стекловату, либо берите дорогую каменную вату. Все, друзья, спасибо.